Привет всем моим подписчикам «Партизанская правда» за батьку. Я вот не пойму, в новинках действительно что там, день открытых дверей настало. В общем, запомните вот эту рожу, что она напала на корреспондентку канала 1 Беларусь, по-моему, называется, да, канал 1 Беларусь. На Ксению Лебедеву она напала, и точнее, наверное, оно. Даже ни о чем разговаривать, и что-то и доказывать. Очень все очевидно. Вы сами все знаете. Так, девушки, вы только что поставили моему оператору подножку. Расскажите, пожалуйста, почему вы это сделали? Мне противны. Что? Вы мне противны, потому что. Вы противны. Вы еще подножку поставили? Вы мне противны. Она сейчас упадет. Микрофон отдайте. Сука, пошла вон, поняла? Девушка, уходите отсюда! Почему вы подножку поставили? Подножку почему поставили? Отойди от меня. Подножку почему поставили? Вы только что чуть не повредили технику и чуть не угробили моего оператора. Иди отсюда. Куда идти? Куда идти? Куда идти? Микрофон отдай! Я не держу. Отдайте микрофон. Ну вот, друзья, вы видели сейчас вот эти кадры. Но давайте опять сейчас немножко разберем интересные моменты на видео у Ксении. Сейчас мы посмотрим родителей идиотов, родителей полудурков. Я уже не знаю, как их назвать, но действительно идиоты. Ну, те же самые полицаи, что в Великой Отечественной войне были, которые прикрывались мирным населением и детьми. И когда шли в атаку, они прикрывались полицаи и фашисты детьми. Вот именно родители с этой категории. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Ну что, друзья, скажу, ну, не знаю, это, по-моему, уже таких родителей вообще надо лишать родительских прав. Ну, их, конечно, годику на пять. И желательно, я считаю, не общего, не свободного поселения, а зоны строгого режима, чтобы они там и сидели и поняли, до чего они доводятся. Вы сами видели, ребенок испугался, просто испугался. Какой он у них вырастет? Он у них вырастет нервный. А, друзья, кстати, еще интересный момент, блин. Короче, вы видели лошадь в сапогах, точнее, на каблуках, которая учится на юриста? Нет? Смотрите. Ничего не хочу решать. Вы уже идете не один километр вот на таких каблуках. Вам как просто? Да, привычно. Знаете, у меня не было выбора особо. Все-таки есть еще учеба, все остальное. А где вы учитесь? Я учусь на юридическом факультете. В общем, друзья, сейчас мы посмотрели все, разобрали видео Ксении Лебедевой. Но я оставлю ссылочку на ее видео внизу. Повторю то, что я когда посмотрел ее видео, у нее на канале здесь сейчас и в крупном плане просмотрел это видео, я просто удивился, ходят еще беременные. Просто бы я был в шоке. Кстати, вот эти вот змагарши, беременные змагарши, я вам скажу, что случится, не дай бог. Любой из ваших полудурков пьяных спровоцирует ОМОН, начнет драку. ОМОН не видит, в каком вы положении, в положении вы или нет. Это беременны вы или нет. И нечаянно заденет вам по пузу. И после кого будете винить ОМОН? Нет, вините своих полудурочных. И вините сами себя. Фашисты вы.
Все змагары, кто бегают под ПЧБ-флагом, для меня одно слово – это фашисты. Я, мой дед вас бил, и если надо придет, будет, то я приеду, буду продолжать дело своего деда, запомните. И не только я, все белорусы, все россияне, кто встал на сторону Лукашенко, кто встал за Беларусь, даже сербы. У меня есть друзья со Словакии, те приедут, то же самое. Запомните, а я буду делать так же, как мой дед, рвать эти тряпки. И вот дед мой, сейчас скажу, что делал. Он на этих тряпках разрезал их на полоски, связывал и после вешал ваших гондонов дедов, полицаев. Вы предатели, вы продали родину. Знаете, есть свободный доступ к нам в Европу. Едьте. Почему вы не едете туда? А Лукашенко надо сделать так. Всех нахрен из Белоруссии, вот этих вот, переловить всех по адресам и к нам сюда. Потому что их никто у нас не возьмет. Не я, например. У меня сейчас, пока там ремонт, все, херонт идет. Мои друзья их не возьмут на работу. Нету разрешения. А разрешение сделать, это очень трудно. Разрешение на работу. Так же, пускай вон с арабами живут, питаются или лазят тут по помойкам. Вот это их не суть. И вот этих опарышей, змагарышей. Действительно, не змагарыши, а опарыши. Это опарыши полные. Вот пускай они и лазят по всяким помойкам. Живут на 3 евро в день. Через месяц, самое большое через 2, посмотрим, что будет. Не принимает Евросоюз, не принимает Европа. Нахрен на нейтральной территории. Пускай там ошивается. Там уже через 2 недели попросят собрать обратно, потому что жрать захотят. Вот так вот. Всем до новых встреч. Спасибо моим подписчикам за донаты. Я сейчас собираю денежки на новый телефон. У меня уже телефон скоро кирдык настанет. Нет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Извините, что я так выгляжу. Во-первых, выходной, лень было. Ну, а зубы еще не поставил, потому что здесь особо я врачам не доверяю. Единственный, кто врач, есть болгарка, он сейчас находится в Германии. Должен приехать в следующем месяце. И тогда уже займемся полностью зубами. Всем до новых встреч!